Начнем сборку экзоскелета. Нормально все, не переживай. Ой, дорогой, чё, ты знаешь, что у меня сердце тут не остановилось? Ну, я поэтому перчатки взял. Так и должно было быть. Сильно ударился? Да ничего, нормально все, не переживай. Все хорошо. Как этот, как вот в детстве на велосипеде учиться. Что-то из такого же разряда, походу. Ладно, бубль 2. Короче, на асфальт сразу выходить, похоже, не надо. Видимо, придется. Боё. Да, конструкция хлипковата. Ну чё, с чего начинается киберпанк дубль 2? На самом деле... Да. Да, это киберпанк. Да. Киберпанк. На нем невозможно стоять просто. На нем обязательно надо двигаться. Да. Фото? Ну он тебя так не зацепит. Ну давай, делай. Делай так, чтобы зацепил. И желательно ноги, а не лицо. Ну я тебя полностью, ты полностью попадаешь вот так. Чипс хочешь? Не сейчас. Последнее, о чем я сейчас думаю, это чипсы. Не знаю. Что-то разошлось. Ох, ни хрена себе. Волокно потрескалось. Короче, киберпанк, походу, не удался. Пластиковый элемент исполнения, в общем, почему-то сломался. Там вот этот, как наподобие рессоры, вот этот упругий элемент, он, короче, он хрустнул. А почему так? Фу, я откуда знаю. Да. Как теперь? Чудик, да чудик, что могу сказать? Незадача. Будем делать уже по результатам устранений. Будем пробовать снова.
первые уроки. Не надо сразу выходить на асфальт. Вот. Ну ладно. Что уж поделать.